Здравствуйте, меня зовут Ирина Подзорова, я контактер с внеземными цивилизациями, и вы тоже контактер. Я даже не знаю, контактер я или нет, но, видимо, да. Ну, расскажите, как у вас были контакты, с кем, как, когда, все, что помните. Ну, если рассказывать с самого начала, как я уже говорила изначально, что началось это все очень давно, мне сейчас уже 39 лет, а началось это все примерно в 94-95 году, то есть мне было лет 14-15 на тот момент. И началось это все просто с шутки. Мы шли с подругой из школы, и над нами зависла тарелка летающая. Мы посмотрели, но не обратили внимания. Просто начали махать, кричать, что «Привет, это мы, заберите нас». Ну, вот такие всякие вещи. А потом начались, какие у нас такие истории. Ну, у меня был друг. Это моей подруги парень. Такой был немножко странноватый, и мы просто с ним дружили как друзья и гуляли по улице. И после очередной прогулки, такой, это был снег, зима, он мне позвонил и сказал, что у нас с ним был разговор о том, что мне, ну как хотелось бы, чтобы я летала, и так как человек не может это сделать, я хочу быть вот как вот эти снежинки. И он мне где-то через неделю позвонил и сказал, что весь этот наш разговор слышали и слушали, и мной заинтересовались. Но он так и сказал, что инопланетяне. А я ему не поверила. Сам общается с инопланетянами? Но он сказал, что с ними он общался, да. Что он с ними давно был уже на связи, на контакте. Но насколько я сейчас знаю историю этого парня, я знаю, что он или сошел с ума, или что такое. То есть у него что-то с психикой. То есть у него начались какие-то отклонения с психикой. Но я ему просто не поверила. То есть для меня это была какая-то шутка. И он мне просто что сказал, что они тебя ждут, ну, в такое-то время, да, ты должна прийти на такую-то поляну. Ну, то есть это было ночью, опять же. Но, естественно, я никуда не пошла. Просто для меня это была какая-то ерунда, игра. Это вот все вот с этого началось. Так, скажу, где это было. То есть я с Кемеровской области. У нас там кругом тайга, лес. Ну, соответственно, как бы для нас это вообще было дико. Какие-то НЛО, мы об этом и не знали, и не думали. Но после этого, когда мы с ним уже поговорили, мне начались сниться сны. Я думала, что это сны. То есть я начала видеть серых человечков. Они маленькие. Ну, примерно, да, 1.30 м, может быть, 1.20 м. Но мне казалось, что они вообще маленькие. Очень худые, с большими глазами, вот с этими черными. Ну, как обычно вот их рисуют. И они мне снились и показывали, что лежит женщина, то есть такая серая комната, что лежит женщина и рожает. Но она не рожает в прямом смысле ребенка. Они достают, получается, как-то из живота. Вот. И держит за ногу ребенка этого маленького, и они мне говорят, что вы нам нужны для того, чтобы рожать вот этих, как я понимаю, гуманоидов, скрещенных с инопланетянами. Я от них, ну, начала убегать. И то есть вот эти сны мне снились бесконечно. Потом я начала лунатить. Вот. И отец меня просто останавливал ночью, потому что я шла, открывала дверь, ну и куда-то шла на улицу. Потом у меня уже начались такие полусон, полудрем. То есть я не понимала, сплю я или нет, потому что я чувствовала в реальности холод, например. Ну, то есть что это земля, что это холодное. И я помню, что я выходила на крыльцо, что я садилась и видела большую, огромную тарелку. То есть она была настолько большая, что я даже не видела неба. Но я видела все кнопочки, вот эти все прожектора. От тарелки был тоже как шум, немножко такой гул какой-то. И это повторялось, ну, то есть, я не знаю, не могу сказать, что это каждую ночь, но это все больше и больше было. То есть я куда-то шла в огород, я видела вот эти огромные, ну, просто, знаете, как, вот если вы большими фарами, или вот, знаете, на стадионах есть огромные большие прожектора, и вот они тебе светят в глаза, и ты ничего не видишь просто, все, ты просыпаешься уже в своей кровати.
И то есть я все время думала, что это что-то похожее на сны. Но после такого путешествия у меня утром обнаружились на запястье кресты. Они были одинаковые, и они были похожи, знаете, как вот если каким-то железом глубоко надавить на руки, на запястье, и вдавленная кожа. Но я, естественно, показала маме своей, то есть мама моя как бы свидетель. Они у меня прошли где-то в течение часа, но дальше больше. Потом уже конкретно что началось? Я ложилась спать, но я еще не уснула. То есть я включила в своей комнате свет, я просто прилегла. И я просто помню, что в окошко ночью, ну, то есть за окном был какой-то шум, гул. Я подошла к окну, отдернула шторку и вижу, ну, что даже не вижу, слышу какой-то гул, он по нарастающей, знаете, как вот винт самолета или вертолета, когда шумит, и он по нарастающей вот этот гул идет. И резко в окно опять же, вот этот свет, как прожектора, и он просто ослепляющий этот свет. То есть вот было такое. И вот после, именно конкретно после вот этого сна у меня появилась ямка на ноге, кости. То есть это под коленкой, ну, под коленкой голень, да? И то есть получается, как кусок кости отсутствовал. Маленький кусочек, он такой, ну, можно палец прям положить. Потом через неделю где-то на второй ноге, но уже поменьше ямочка. На том месте, где побольше выемка, мне показалось, что есть такой небольшой шрамик. Естественно, я все это матери своей показывала, что говорю, откуда у меня какие-то ямки, какие-то, ну, вот, что-то происходит физически. Ну и потом я опять же выходила ночью, получается, на крыльцо. Но это было состояние, знаете, как полусон. Ты не понимаешь, ты спишь или нет. Видимо, от того, что я замерзла, ночью-то холодно, да, я вышла и пошла босиком по дороге. А возле меня лес, сосновый бор идет, и речка. И я пошла в сторону речки. Вот представляете, да, вот человек идет ночью, и он в таком состоянии. И я просто вижу над собой вот эти, опять же, огни. Вот, и они начинают, ну, как, они все ярче и ярче. Я начинаю от них убегать, потому что я понимаю, что кто это. Я понимаю, что это, опять же, вот эти вот инопланетяне. То есть я уже понимала, что они опасные. И я забежала и спряталась в баню, близлежащая. Ну, там стоял дом на окраине. Я туда забежалась и просто спряталась. И опять же, в бане есть маленькое окошко, как обычно. Ну, вот этот свет, ну, какие-то как прожектора или свет, и он опять освещает эту всю баню, я вот слышу голоса, что они говорят, что наконец-то мы ее нашли, мы ее так долго искали, и нам ее нельзя, ну, никак упустить, и, ну, то есть какая-то ценная прям находка такая для них. И я начала кричать, что уйдите от меня, отстаньте от меня, ну, все. И я уже, получается, просто просыпаюсь опять в своей кровати. Это, получается, было как раз 95-й год. Потом я уехала с Кемеровской области. И сейчас я уже живу в городе Барнаул, это Алтайский край. Но когда я перед тем, как уехать сюда, я еще училась в Кемеровском госуниверситете. Я его закончила, но мне было 18 лет, получается, как я поступила. То есть промежуток между вот этими событиями, там 4 года было. Но все это время ко мне приходили вот эти серые. Они действительно, вот я говорю, что они, ну, небольшого роста. И они конкретно мне озвучивали, что им нужно. То есть, чтобы рожали им детей. И, ну, как бы им нужны женщины. Но это все было против моей воли, получается. Если они у меня брали действительно кость, я же им не разрешала это делать. То есть они брали у меня какой-то биоматериал, может быть, я что-то и рожала им, каких-то вот детенышей, я этого не помню. Но то, что они приходили на протяжении всего времени, ну, действительно, это так. Они приходили, и они постоянно как бы требуют одобрения. Я так понимаю, что без моего одобрения они не лезут дальше. Я же отказываюсь. И потом я уехала уже сюда, в Алтайский край. Здесь то же самое, я видела, они приходили,
ну, как и во сне, я их видела. А потом на тонком плане я начала видеть, то есть я что хотела сказать, что у меня появились как типа способности. Я начала видеть вот тонкий план. То есть просто я смотрю и сквозь реальность какую-то вижу еще. То есть я вижу, что кто-то стоит, или, ну, я вижу, что это инопланетяне или какие-то гуманоиды. Но я старалась это просто не замечать. И я мысленно как бы расторгала с ними вот эти все контракты и все такое. То есть я пыталась от них как-то делать. Но примерно год назад опять начались вот такие вот штуки. Когда приходили уже ко мне гуманоиды, я говорила, ну, Максиму об этом, что пришли трое, и они были похожи не на серых, они были похожи на, знаете, ну вот, китообразные белухи. У них лоб такой выпуклый, но немножко сплюснутое лицо. И они были одеты в костюмы, то есть три существа в белых костюмах. И они, ну, я стояла возле окна, они, получается, машут, типа, что ты выходи. Я начала кричать маму свою, говорю, мам, говорю, они опять пришли. Ну, то есть я начала их реально опять видеть. Вот, потом я начала видеть, ну, я просто долго рассказывать, я начала видеть на тонком плане какую-то собаку огромную. А у нее висела, знаете, как вот на ошейнике висят какие-то там брелки. Я увидела знак, я его зарисовала, чтобы не забыть, и посмотрела в интернете. Этот знак означал «Сириус». И, а «Сириус» — это же большое, ну, как, забыла, созвездие Большого Пса. Потом просто, опять же, мы с моей матерью разговаривали вечером, просто вот так вот сидели, ну, грубо говоря, у телевизора, и я вижу, как в комнату, ну, на тонком плане, опять же, вижу, через стену буквально заходят два человека. У них белые волосы, голубые глаза, темно-синие костюмы в обтяжку в такую. И на груди треугольник, ну, как знак, значок. Я не помню, что там было написано, ну да, там что-то, какое-то обозначение было. И они мне мысленно как бы говорят, что мы твоя, там, ну, как бы семья настоящая, что, ну, как звездная семья, можно так сказать. И я у них спросила, почему же вы меня не забираете, ну, так, мысленно. Если вы видите, как я здесь страдаю, мучаюсь, тут делают какие-то эксперименты над нами, над людьми. Но они сказали, что вы сюда посланы, да, с этой задачей, чтобы вот это все пройти, набраться опыта, ну, нужно только терпение, ну, как бы, и все, мы ничего не можем сделать. Вот, вот такое было. То есть я начала видеть и слышать какой-то тонкий мир. Ну, и потом уже началось у нас на физическом плане. То есть это как выражалось? Это стуки в дверь, это стуки в окно. И причем это слышала не только я, у меня дочка 7 лет. То есть реально, ну, физически, кто-то стучится в окно. Один раз, второй раз, и прям по окнам. Прям кто-то бегает, как будто тарабанит по окнам. Я живу в частном доме, ну и, соответственно, это было днем, не ночью. Вот, и я просто вышла, дверь открыла и говорю, да кто тут пришел? И, в общем, я вижу, что, понятно, никого нет. Я понимаю, что это мы вдвоем слышим, но никого нет. И заходит, я вижу на тонком плане, заходит человек в черном каком-то плаще, какой-то в черной одежде. Я у него спрашиваю мысленно, опять же, кто ты? И он мне говорит, что он принес мне как послание. Это, знаете, как розового цвета, такой большой, как кристалл. И он мне говорит, что ты должна его, ну, как-то, вы знаете, ну, в грудь себе вставить, что ли. Что это за кристалл, я так и не поняла. Но с этим кристаллом еще был какой-то крест и какой-то свиток был на каком-то там древнем языке. Я так увидела несколько даже слов и несколько букв. Мне показалось, что это какой-то славянский или древнерусский язык. И я у него спрашиваю, почему ты в таком виде пришел? И он мне говорит, что тяжелая энергия на Земле или что это, я не поняла. Короче, он не может прийти в своем настоящем обличии. Ну, так как я знаю, что у нас куча рептилоидов, и кого только нет, можно нарядиться хоть Девой Марией прийти, я сильно-то не верю вот этим россказням, потому что можно хоть кем прийти и хоть кем представить. Но у меня стали тут какие дома чудеса, да? То есть стали стучаться в двери, у меня стали ручки тут дергаться, шевелиться, у меня стало
биться, ну, можно сказать, что посуда летать по квартире. Мы сначала думали, какие-то полтергейсты. Я думала, что что-то ну, не то, и я вообще уже одержимая, я даже в церковь ходила. В церкви сказали, что все хорошо, но у меня есть подозрение, что остались какие-то подключки, остались какие-то импланты или чипы, или что-то осталось. Ну, вот такая история, это если конкретно про НЛО говорить. Ну, очень интересно, благодарю за подробный рассказ. Сюда оттуда приходили, вот сейчас. Я знаю. Кто это был сейчас? Я больше склонен, что это ташиганцы. Ну да. Это я, мы когда с ташиганцем общались, точно такая же энергетика была. Мы когда с ней, сейчас общались, он сейчас сюда приходил, они по каналу пришли от нее. Ну там не только ташиганцы. Там, по ходу дела вообще куча гуманоидов. Не только гуманоиды. Там плазмоиды? Там прям... Ташиганцы понятно, но вообще-то плазмоиды не самые высокоэнергетические, я его не чувствую. Да. Так, ладно, мы тут о своем, в принципе, да. Пока мы с вами общались, сюда уже приходили те, кто за вами курирует. Да, говорили со мной немножко. С тобой поговорили, да? Я их не слышу, у нас только и слышит ну, Ирина. Не вдумай трогать там. И я то же самое слышу, куда вы лезете? Ирина, можно вопрос? Куда вы лезете, была фраза? Там, да, давай, быстренько вопрос. Актовый, да, вот такие да, вот. Да. А, знаете, я забыла сказать, я говорила Максиму об этом, что я посмотрела видео, где вы рассказывали про серых, у вас там в заставке три да. человечка про серых, где да. они ну, забирают энергию и так далее, и доводят до самоубийства. Так вот, у меня стали появляться такие мысли. И я, то есть я такой борец по жизни, я там борюсь, сопротивляюсь, как танк, но у меня стали эти мысли навязчиво быть, именно по самоубийству, учитывая, что у меня маленький ребенок. Мало того, самое удивительное, меня стали находить люди через интернет. Я этих людей не знаю вообще. Даже попытались. Вот как кто-то рептилоид это включить. Дёрнуть попытались, да? Ну, выключить. Ну, у меня только, я сижу, у меня прям так, меня накрыло. Я, походу, делаю лишоуни просто, стоит рядом, не накрывает. А так, такие наглые, вообще дерзкие. Давайте меня, что хочешь. Давайте сделаем так. Ну, в общем, интересная у вас там структура. Кто там за вами стоит, непонятно нам еще до конца. Даете ли разрешение? С лишоуни пойдешь? Или с Эрвином? Так и мне непонятно. С Лишевой не пойдешь или с Эрвином? Да, с Лишевой не надо. Даете ли разрешение в астрале посетить Ирине, Ирину вас и Лишеони с планеты Шемор? А что ты хочешь? Ну что, говори. Да, конечно. А им даже ходить не надо, они уже здесь. Тихо, вот же он. Вот он? Вот он здесь. Ну, давай тогда, а что тогда мы пойдем туда, если они уже здесь? Ну, там плазмоиды все равно надо. Плазмоиды все равно посмотрите, да? Ну а теперь давай гармонизируйся и через Ирину давай передавай тогда всю информацию, раз сюда пришел сам. Как тебя зовут? Рахавей. Рахавей. Рахавей, скажи, пожалуйста, да. Наталья ваш контактер? Да. Как давно вы с ней? Сейчас читаю земное время. И больше 20 лет. Больше 20 лет? Угу. Она давала согласие на контакт? Да, в детстве. Да, еще до раньше, когда еще до первого контакта физического в астрале давала. Еще до физического контакта давала разрешение в астрале? Да, она хотела с нами летать, маленькая была. Ага. Ну, вообще летать. Понятно. А как вы с ней контактируете? Как часто у вас контакты происходят? У меня физически есть. Физически есть? Вы ее физически забираете? Да. А то, что она говорит, что вы, она вам детей рожает, это так? Ну, и есть и работа подобного плана. Генетические материалы беру, ну, предоставляет.
Она вам, она вам предоставляет генетический материал? По плану, да, эксперимента. Есть такое. Ну. Роховые, подожди. Сколько планет, во-первых? Да, и вообще. Таших или колоний? Таших. Ташиганец. Ты как за по профессии? Биолог. А почему контакт не гармонизированный? Почему контактер не принимает контакт? Мы ее вызываем, она сама же идет ночью. Мы в Австралии посылаем проводника. Она к вам ночью приходит сама, осознанно? Мы ее, когда она выходит в астрал с телом, мы ее посылаем проводника, чтобы он ее вернул в тело и сказал, куда идти. А мы сама же, где мы находимся. Но мы сейчас разговариваем с контактером, и контактер к нам обратился за помощью в связи с тем, что она говорит, что контакты ее беспокоят. Да, потому что кроме нас еще есть низковибрационные тонкоматериальные, которые миры и цивилизации, которые под нашим видом делают и так, я не могу понять, когда ты три слова соединяешь в одно. Что это значит? Да, гармонизируйся, пожалуйста, по контакту. Ну, типа, делают отсосы, ну, как бы, они раскачку энергии, но в то же время боль причиняют и наводят страх. Разделил он эти понятия. Так, а почему это ваш контактер, и вы за этим не присматриваете? Потому что они могут, обладают свободой, являться кому захотят. Она их сама притягивает? Не то, что притягивает, поддерживает. Они могут к любому прийти, хоть к вам, хоть к ней, это свобода их. А мы не имеем права препятствовать, и если их вибрации подходят. Мы можем только объяснять. А почему вы не объясняете контактеру тогда? Мы ей объясняем, но физический контакт, который был, ну, у них немного, их немного было физически, как говорит. У нас за все время было там 15 физически. То есть за 20 лет 15 контактов физических? Физических, да. Вот я же курирую контакт. Да, а кто к ней приходит еще в гуманоидной цивилизации, кроме вас? Ну, хорошо. Есть еще наша колония, которая находится в Звезде Девы. Сейчас. Какой-то планета. Это ваша колония? Да, это наша колония, и она, как понять, немножко гибридизирована. Ну, как соединена с нами уже. Ну, не только с нами, там. Ну, то есть. Но, это... Они же там все экспериментаторы. То есть это гибридная колония ваша, да, тоже? Да, там мало живет человек. А у нее с ней есть реальные контакты физические? Или они к ней просто приходят в астрале, либо реально приходят? Как они. Почему контактер говорит, что она их чувствует на физическом уровне и видит их? Есть чудес люк с этим люком физически. Есть, но надо об графике контактов и физических с этим люком, это надо узнавать, это мне свой куратор. Я отвечаю за ее физически 15 контактов, но я всех присутствовал при всех, физических, а память блокировали по ее просьбе, потому что она не хотела рассказывать, говорила, что может, как бы, рассказать об этом, ну, как бы, родственникам, а они будут, ну, так сказала, они меня отпустят тогда больше, если я скажу, что меня реально забирают. Это 20 лет назад было, да? Ну, в течение, там, может быть, если с периодичностью несколько лет, у нас мог быть год, там два контакта, а могут быть несколько лет промежуток.
И она каждый контакт просит стирать ей память? Ну, у нас первоначально так было, да. А потом вы уже, соответственно, не спрашиваете, вы просто делаете желание контактера, я правильно понимаю? Ну, потом мы спрашиваем, есть ли, не то, что спрашиваем, потом, ну, это уже, сейчас. Ну, потом, это как при первоначальном контакте договорились, вот она как с Крифитоном договорилась, первый же контакт, я не стерну. Но если она изменила бы свое решение, она бы сказала, в любом случае, я теперь готова к тому, чтобы ну, там, не рассказывать или рассказывать, там, ну, оставьте мне. Мне это какая разница, помните. То есть вы, в принципе, готовы на осознанный контакт, если она будет сама согласна, я правильно понимаю? Да, она может быть готова на осознанный. Да, она готова к осознанному контакту, но в данном случае. Сейчас, в данном моменте у нас ее забирали больше последний раз нашу. Я ее забирала на тарелке. Это прошло около 2 лет ваш. То есть 2 года назад последний раз был контакт физический, да? Ну, со мной, да, с вами. Ну а вопрос другой. Если она с вами простроит контакт физический, будут ли у нее другие контакты, если она не захочет их иметь? Если она не захочет иметь контактов, она может осознанно отказаться. А, по крайней мере, гуманоиду. Чтобы отключиться от тонкоматериальных, надо перестать выделять энергию, которую они потребляют. В астрале сейчас Ирина с Лишиони к вам, к тебе туда пойдет, посмотрит, что у тебя там за плазмоиды рядом находятся, которые энергетику тебе портят и страхи нагоняют. И я сейчас тебе расскажу по поводу твоего контакта то, что я понял лично сам. Максим, а вопрос можно? Конечно, задавай. Скажи, пожалуйста, то, что получается, взяли костную ткань, и это и есть вот эти шони? Это они, получается, брали? Но он говорит, что я давала согласие. Это неправда. Я не давала согласия, наоборот, отказывалась. У тебя с тем, кто сейчас пришел, последний раз контакт был 2 года назад. Но у тебя еще сказали, что есть с их колонии еще есть те, с кем у тебя есть контакт физический. Это серые, да? Это, значит, серые, но они гибридизированные, там гибриды, они еще с кем-то смешанные, но они гибридизируются и с землянами, и с рептилоидами, и с шиморцами, и с эслеровцами, у них гибридов очень большое количество. И то, что ты называешь похожей на белуху, вот на эту, да, это может быть просто их гибриды с кем-то еще загибридизированные. А когда это вот на ноге появилось? Да, когда на ноге появилось? А, на ноге появилось, это как раз было 95-й год, когда мне было 15 лет. А, 95-й год, это вообще, это 20 лет назад? Конечно, давным-давно. Но он сказал больше 20 лет. Больше. В 95-м году. Нет. Ну, он же считает, наверное, сначала астрального там какого-то контакта. Mm-hmm. Она говорит, вообще в детстве их ждала. Mm-hmm. Ну, как бы призывала, что ли. Понимаешь, дело в чем? Они это уже как согласие воспринимают. Ты давала согласие на контакт, и там уже сейчас разбираться, давала ли ты там согласие взять костную структуру и давала ли ты прямое согласие, там, отрежьте мне там кусок этот. Мы сейчас не разберемся по одной простой причине, потому что ты была маленькая, грубо, ну как маленькая, условно, молодая, и давала вообще в принципе и астральное согласие на контакт, и на физический контакт давала согласие. И тебе, видать, очень хотелось познакомиться с ними. А вот то, что там они тогда взяли, ну давай в любом случае обратно не вернут. Обратно же не вернут. В любом случае, спишем на то, что дала согласие на контакт, да. можно подумать, что воспользовались. Хотя вряд ли, они не будут делать этого. Он говорил, а ты тогда, когда... Да, хорошо. Он говорит, а когда ты была первый раз, когда ты была первый раз на корабле, и мы тебе показывали лунную базу, ты была другого мнения об эксперименте. Ну, конечно, я же не помню. Это было, память стирают. А, да,
Да, хорошо. В любом случае, ну, разблокировать могут, но опять же, с разрешения высшего я ее. Нет, это можно. Тебе можно память эту разблокировать на самом-то деле. Надо да. просто к высшему я сходить. Ирина должна сводить тебя к высшему я, и там дальше у высшего я спросить разрешение на разблокировку. Возмущен. Он на самом деле возмущен стоит. Он говорит, я ученый, я честный ученый, я тебя сам катал на своем корабле. Ирин, у меня этот честный ученый доводит до самоубийства, я об этом думаю много лет. Тонкоматериальные плазмоидные цивилизации, которые находятся в твоем поле, которые питаются твоими страхами и дают тебе мысли-образы, которые еще больше проецируют этих страхов. Вот этот вот, тот же самый ты рассказывал про человека в черном, который приходил, там лица не показывал, еще что-то там, собака какая-то у тебя там с Ориона. Это могут быть Сириуса. Это могут быть плазмоиды. И мы сейчас посмотрим, откуда они на самом деле. Да, он говорит, сейчас, хорошо, сейчас передам. Я благодарю тебя. Он еще будет передавать ей что-нибудь? Давай, передавай ей. Слушай, а ты сам лично. Он говорит, что говорил в Австралии об этом. Вау. Вот, о том, что мне сейчас сказал. Он говорит, что говорил уже с вами об этом в Австралии. Неоднократно говорит. Как он выглядит? Опиши себя, пожалуйста, для контакта. Да, я... ну, серый, только он повыше, я бы сказал, чем 1,30 м. Ну, около полутора метров. Серая кожа и такая большая вот такая голова. Вот такой. И черные глаза каплевидные. Да. Ну, я могу сказать, Ирин, я ни разу не видела высоких таких, вот как он описывает, ну, как вы описываете, я не видела ни во сне, ни в Австралии. Может быть, это действительно просто память стирает, но я этого не помню, потому что я от них убегала, как черт от ладана. Это предположим, ты не убегала. Так, подожди. Да. Но Сириус тут ни при чем. Дело в том, что это кости там, подожди, хорошо, частицу там костной ткани, частицу различных видов тканей. Мы вообще взяли здесь, потому что твой организм был растущий, и нам важно было понять, как твой скелет будет реагировать, в том числе на полеты в космическом корабле и вообще на те другие эксперименты, которые проводились. У тебя же был растущий организм, это было необходимо сделать в той части твоего тела, которая не принесет тебе вреда. Uh-huh. Да. И хочу тебе сказать, ты как помнишь, у тебя брали не только костную ткань. Из костной ткани, ну, возможно, конечно, но это очень трудно сделать гибридов. Тебе брали и другие твои клетки. А что брали? Ну, он тебе уже прямым текстом говорит, что в любом случае брали генетический материал для того, чтобы делать гибридов. Ну, я хочу вам сказать, Ирина, я не знаю, в тему нет, я не могла родить ребенка, мне поставили предрак шейки матки, то есть у меня были проблемы по гинекологии, и очень большие. Я до сих пор в группе онкориска нахожусь. Что они там брали? Ага. Это не в шейке. Хорошо. Ну, понятно, то есть яйцеклетки какие-то. Они еще не... Так, подожди, я сама все объясню. В яичниках находятся созревшие яйцеклетки, а находятся не созревшие. Да, хорошо, сейчас. И вообще не созревших, там их несколько сотен, то есть там 200, там 100, 200 тысяч там. Угу. Человеческая женщина, да. Угу. И они берут те, которые не вышли оттуда, которые не вышли в фолликул. Я поняла. Ирин, у тебя... Ты все... Хорошо. Что такое, в конце концов? Дай мне сказать. Да, да. Я сейчас перестану контактировать с тобой. Не возмущать. Он говорит, что эти яйцеклетки, которые не созревшие, они всего лишь несколько процентов от общего числа, они могут созреть и выйти в фаллопиевые трубы, угу. Ну, в маточные трубы, угу. А остальные остаются невостребованными все равно, как бы. Ну, женщина с ними уходит, это тело оставляет, и они уходят в разложение. Вот. И поэтому они брали те, которые не востребованы и которые были дальше всего от выхода фаллопиевых, угу. То есть те, которые даже теоретически не могут
не могли тебе пригодиться, ну, для твоего размножения на земле. Рак шейки матки – это, может быть, совершенно другая причина. Да, у него... Я тебе скажу больше. То, что ты сейчас говоришь по поводу болезни, я тебе могу отразить полностью ненависть к мужчине. Ну, меня изнасиловали в 21 год, увезли в лес и чуть не убили. И несколько раз меня чуть не убивали. Я ей говорю, что у меня после этих контактов с инопланетянами, мне кажется, надо мной ставили жуткие эксперименты. На меня нападали, меня увозили в лес, меня насиловали, меня украли на машине. Ну, то есть я вообще... Тебя люди вывозили, инопланетяне? Люди? Люди. Ну, так а ты говоришь, они их ставят эксперименты? Нет, я имею в виду, что... У меня, ну вот в этом возрасте, когда я училась в университете, что были проблемы по поводу ненависти к мужчинам, я имею в виду, что насилие было. Я про это говорю. Это не связывая это с тем, о том, что у тебя брали генетический материал, они брали это аккуратно. Давай мы все-таки посмотрим, что у тебя за цивилизации еще тонко материальные позмойные. Да. Он говорит, мы у тебя не через шейку вообще брали, мы туда не прикасались, мы у тебя другим способом, через брюшную стенку. А можно спросить, меня прям волнует вопрос очень сильно, причем Сириус, почему он мне везде этот Сириус, что это за люди? Или это просто... А вот на последнем контакте, хорошо, Рамахай говорит, а вот на последнем контакте физическом со мной тебя волновал вопрос, какие гибриды от тебя получились? Ну? И какие? Тебе их показал на экране. На каком? В своем корабле, когда я тебя возил на лунную базу. Ну я-то не помню об этом. Может быть, это и было, я не помню. Понимаешь ли, в тебе... Не то, что я память теряю, я сейчас объясню, как у нас происходит контакт. Когда контактер изначально говорит... Да, хорошо, сейчас. Когда контактер изначально говорит, мы у него спрашиваем, как будем с памятью, что оставлять или нет, вот мы говорим так, он говорит, нет, я могу рассказать. Он даже может сказать первый контакт. Там оставляете мне память, а потом прийти на второй и сказать, нет, у меня проблемы начались, все сотри. Он такой может быть. И в тот чип, который мы ставим физически для наблюдения, мы уже ставим программу после каждого контакта автоматическую. Вот это вот излучение, оно после каждого контакта посылает излучение, стирающее определенный кусок, ну можно сказать, прожитого времени в нейронах головного мозга. У нее стоит ваш чип? Конечно. А кроме вашего чипа еще чипы у нее стоят? Вы же должны это смотреть, если вы ставите свой чип. Им нет необходимости ставить, они через нашу работают. То есть у нее просто один чип стоит, который ваш, и все. А люки, которые ваши... Два наших. Два ваших чипа стоит. Да. А, ну вот, я поэтому и спрашиваю. Два наших кашиганских. Да, я поэтому и спрашиваю. С самого начала контактов у нее два. Один стоит для наблюдения, второй для более стабильного состояния в астрале. Угу. Или защиты в астрале. Ну, это как раз вот это твой лунатизм. Ладно, я понял. Давай посмотрим. Времени нету вообще. И эта процедура, такого рода процедуры делаются на весь сеанс. Мы сейчас просто для того, чтобы тебе помочь ответить на обратную связь дать. Как ты понимаешь, что рядом с ним? Он говорит, что он по чипу как-то почувствовал. Что он да я однозначно понял, что он почувствовал. А он там почувствовал. Да. Ну, как бы он как бы наблюдает, как за мной Кирхитон. Он же тоже через чип за мной наблюдает. Да то, что за ним наблюдает, ты постоянно под наблюдением находишься. Ну да, я тоже. Я то просто... есть мы сидим постоянно под наблюдением? Да. Мы с тобой вообще отлично. Отлично. Я уже с 13. А ты знаешь, что ты с духовного мира тоже постоянно под наблюдением находишься? Ну, это конечно. Нет. О, нормально. Ты знаешь, что у тебя есть наставники духовного мира? Нет. Ты знаешь, что ты никогда не бываешь одна вообще в принципе? Нет, конечно. Ну как? Ну, блин, что-то гремит, кругом стучит. Даже не на физическом уровне. Я тебе говорю на других энергетических уровнях и на духовном уровне. Ну, я летаю всегда во сне. Вот это я знаю. Это один из уровней, он называется астрал. Еще есть эфир, ментал, каузал, будхал, атмос. И на каждом уровне присутствуют какого-то рода определенные сущности, либо цивилизации. И ты никогда не бываешь одна.
То, что ты под присмотром и сейчас вот так удивилась, я тебе скажу больше. Ты не только под их присмотром. Ты под присмотром своих духовных наставников, которые тебя сопровождали в это воплощение, как душу. У тебя рядом находится постоянно ангел-хранитель, который всегда на связи с тобой находится. Веришь ты в него или не веришь, это уже другой момент. Вера всего лишь простраивает твою возможность с ним правильно общаться. И много-много-много чего другого. О, а он говорит, такие стабильные астральные полеты. И, между прочим, ты не одна летаешь. Это как бы астральные контакты с Ташигом продолжаются. Это физически там 2 года назад. А астральные они выходят. И они благодаря вот такие стабильные астральные полеты, что у тебя есть, и у тебя хорошо сохраняется о них и память на физическом уровне, по крайней мере, в первые часа 2 после астрального путешествия, ты хорошо помнишь все. Это только путь начинает уходить. И это благодаря же нашему астральному чипу. Я тебе рекомендую, после того, как у тебя пришли видения и еще что-то, сразу это записывай. Потому что в астрале выветривается все прямо вот так, фух и нету. Ты астральное путешествие через 3-4 часа, особенно на следующий день, вообще можешь не вспомнить. И это касается не только тебя. У тебя еще, плюс ко всему, есть возможность хотя бы сохранять память астральных путешествий за счет того чипа, который у тебя стоит. И через второй чип, они, вот когда на физически ее приглашали, это ночью было. И они ее возвращали из астрала, ее астральное тело соединяли. Так, Ирин, давай, у меня 43 минуты. Мы спать когда-нибудь будем в этой жизни, давай. А у меня еще как? А, да, у тебя еще, кстати, вон человек сидит. Лишиони. Дай купить ее. Сейчас принесу. Давайте уже туда, посмотрите, тонкоматериальные. Ирин, можно спросить? Да. Ир, скажи, пожалуйста, ты сталкиваешься с таким понятием, как падший ангел? Да, а ты смотрела видео с демоном? Да. Знаешь, почему спрашиваю? Но меня это напугало, потому что 2 человека за полгода мне сказали, что я являюсь каким-то падшим ангелом. Я думаю, это не может человек быть падшим ангелом. Сейчас мы уровень посчитаем, и мы скажем тебе, с какого ты уровня воплощена, и если у тебя уровень с 1 по 6, то можно тебя будет назвать падшим ангелом. Отлично, ага. 15, большой ангел. Да, 15. 15 уровень. Изобретатель, 15 уровень духовного развития. Никакой ты не падший ангел. Единственное, что, почему тебя могут так называть, потому что те люди, которые действительно чувствуют энергии, они могут ощущать рядом с тобой деструктивные плазмоидные цивилизации, которые можно приравнять к демоническим структурам. Давай мы еще раз говорим, времени мало. Пускай Ирина идет в астрал, слишком он в астрал. А я пока с тобой пообщаюсь дальше сейчас. Да, хорошо. Ирин, туда, давай, на это. Да, там лучше. Давай, в свое астральное кресло. Но для того, чтобы в любом случае тебе принять все эти контакты, сейчас нужно посмотреть, кто еще рядом с тобой находится и почему у тебя такая проекция. Да. Во-первых, я тебе сразу дам сейчас обратную связь в отношении к проекции болезней. Все болезни, которые у тебя существуют, ты их проецируешь сама. Сам человек на своих ментальных уровнях формирует, это называется психосоматика, уже психология это доказывает. Да. Но это я называю ментальный уровень формирования низковибрационных энергий, которые отражаются на тех органах, которые отвечают за эти мысли-образы. Поэтому в любом случае тебе нужно перепростраивать свое восприятие жизни, реальности. Нужно заняться спортом физическим, нужно заняться своим духовным развитием. Что значит духовным развитием? Это значит принимать себя такую, какая ты есть, попытаться понять, что кроме твоего физического тела существует еще и твоя душа, что существует духовный мир, что все энергии, которые здесь есть, на всех уровнях, которые здесь есть, они идут из духовного мира. Тебе нужно четко понимать, что ты воплощенный дух, душа. Тебе нужно четко понимать, что ты здесь никогда не бываешь одна. С тобой рядом постоянно кто-то находится. Ты можешь всегда обращаться к своему ангелу-хранителю. Ты можешь всегда обращаться к тому, в кого ты веришь. В того же самого Иисуса Христа, Кришну, Будду, Аллаха. Не имеет значения, кто. Имеет значение, что ты искренне веришь в то, что это высшие силы, высшие вибрации, высшие духовные учителя, которые могут тебе на более других высоких уровнях понять
и помочь осознать, в чем проблема вообще, в принципе, в твоей жизни и как ее решать. То есть здесь мы, вот мы для чего существуем? Мы вообще существуем для того, чтобы повысить уровень осознанности человека. Не для того, чтобы его напугать, там, его от чего-то избавить, потому что у нас нет задачи избавлять людей от каких-то несуществующих, ненужных проблем. Потому что проблема находится всегда в самом человеке. И избавляя самого человека от якобы проблемы, я себя ставлю выше того Бога, которым является сам человек. Волшебная таблетка – это индульгенция, это называется. То есть это когда вот особенно приходит к регрессологам, к тарологам, которые им там шаманят и говорят, у вас теперь все будет хорошо, стоит это всего лишь недорого. В вашей жизни вы заработаете теперь намного больше, будете счастливее и все остальное. Да, есть условный уровень магии. Есть условный уровень тех энергий, в которые вкладывает тот человек, который что-то шаманит. Но опять это все временно. Без осознанного восприятия человека, без его внутренних изменений, без его понимания о том, как устроен мир, о том, как устроена вся реальность и как ты сама влияешь на эту реальность, не может быть никаких изменений. Может быть временное изменение на вере другого человека, но потом опускание в проблему и опускание в еще большую проблему в связи с следующим непонятным разочарованием, почему стало еще хуже. Угу. Я поняла. У тебя очень, это я вижу, это мое личное мнение, я ни в коем случае не говорю, что это так. Я вижу, у тебя большая проблема в твоем страхе непринятия, в принципе, контакта. Но я тебя четко и понимаю, потому что ты не знаешь, что это, конструктивно это, деструктивно это. Приедут там тебе, ноги отрежут, съедят тебя, знаешь, как в интернете же много всяких разных страшилок ходит. Что должны сделать рептилоиды с нами, съесть, прилететь за тысячи световых лет для того, чтобы поесть человечные. То есть, и вот много разного обмана. И самое что интересно, в интернете много правильных вещей. Но они почему-то все дотрансформированы личным восприятием и в 80% случаев негативным восприятием самого контактера, который все это передает. То есть в этом и есть самая большая проблема. И проблема еще в том, что каждый контактер не готов гармонизироваться с другим контактером. Ну, то есть идти на диалог, на какую-то совместную работу, на контакт. Почему? Потому что он защищает свои финансовые интересы. Ну, я готова. Если бы я контактировала, я бы пошла на контакт. Мне вообще не жалко. В чем проблема? Нет, тут дело в чем? Тут дело в том, что каждый человек защищает свое эго и свою эксклюзивность. Вот мы там с некоторыми общались, он там говорит, я там с Богом общаюсь. Мы ему начинаем объяснять, что это не Бог, это да, это высокое тонкоматериальное существо, которое действительно может выглядеть и ощущаться как Бог для нас, потому что он выше находится по уровню. По вибрационному уровню, он в более осознанном состоянии, он ближе к проекции духовного мира, он ближе в понимании того, как устроен мир в энергетическом плане. И что нам говорят? Нас сразу обвиняют, вы секта, вы обманщики, вы лжецы. Что они делают? Они защищают свои интересы. Они просто тупо не хотят ни понимать ничего, ни новую, какую-то новую форму осознанности принимать. И у контактеров есть конкуренция. Мы против вообще конкуренции, мы за гармонизацию. Но единственное, что с нами очень тяжело гармонизироваться, почему? Потому что мы на структуре The Nation. Если человек сам считает нужным, он благодарит нашу структуру для того, чтобы мы дальше развивались. Если у него нет вот такой возможности, либо он не считает возможным это делать, то никто его ни в коем случае не будет заставлять это делать. Мы существуем не для того, чтобы заработать бабла и простроить все свои вот эти вот возможности, которые у нас есть, для того, чтобы выстроить какую-то финансовую пирамиду. А мы существуем для того, чтобы людям дать возможность понять, что это вообще в принципе существует, что это реально. Но это не в той форме, в которой многие преподносят. И та форма, которую многие преподносят, дает им возможность избавлять людей от тех проблем, которые они им придумывают. Ну понятно, да. И чем больше ты придумаешь проблем, чем больше ты нагонишь страхов, чем больше ты покажешь рептилоидов серых, которые из тебя сосут что-то,
забирают, мучают и все остальное, да ты последние трусы будешь отдавать ради того, чтобы избавиться от этих рептилоидов и все остальное. Mm-hmm. И самое интересное, никто тебя от них не избавит. Ну, да, я про это и говорю, что... Никто от них, это всего лишь условная вера, восприятие, это плацебо. И оно действует временно. И оно действует тогда, когда нету чипов, когда нету дома порталов, особенно если это тонкоматериальные цивилизации плазмоидного типа, и многое-многое что другое. Это значит, дома есть по-любому порталы где-то? Однозначно. Они, они же с тобой постоянно на связь выходят. И для того, чтобы не тратить энергию, не перемещаться в огромном количестве пространств, и для того, чтобы сразу выходить на тебя и с тебя снимать необходимые им энергии, им нужен рядом портал. В основном в квартире, в доме, либо над домом, либо в палисаднике, либо на горе рядом. Ну, то есть, как это рядом все находится. То есть, это все... Как они выглядят, эти плазмоидные? Их же много. Ой, их плазмоидных цивилизаций тонкоматериальных, их в десятки, а то и в сотни раз больше, чем гуманоидных. И выглядят они... У них нет определенного образа. Они могут принимать для тебя в астрале необходимый образ для того, чтобы ты имела к ним какую-то ассоциацию. Собака. Собака двух человека. Понимаешь, ассоциация какая? Ну, я условно говорю. В образе собаки там, с каким-то там значком, понимая, что ты этот значок увидишь, понимая, что ты посмотришь, и понимая, что ты сделаешь какую-то ассоциацию там с Орионом, там, с цивилизацией с какой-то. Сириусом, да? Сириусом, извиняюсь. Просто недавно общались по поводу этого Ориона, поэтому Орион в голове. В общем, вся проблема в том, что нет осознанности, нет восприятия, нет понимания. Ну, конечно, нет. Ты как котенок слепой, и нет таких людей, подобных тебе. Мне 40 лет, я таких людей не встретила ни разу. Ну, вот я встретил одного человека, который мне ответил на все мои вопросы, вообще абсолютно на все мои вопросы, на которые мне не могли ответить ни религия, ни священники, ни эзотерики, ни маги, ни энергопрактики, ни регрессологи. Никто не мог мне ответить на те вопросы, на которые я начал. Ну, я же интересующийся. И каждый раз, когда они мне кто-то не отвечает на вопросы, я уходил в материализм. То есть мне не ответили на вопрос, ну, значит, я живу в этой реальности, и остального не существует для меня. И только после появления вот Ирины, соответственно, учителя из физического уровня перешли на учителей в астральный уровень. И, соответственно, там уже идет простройка восприятия. Там же мне объяснили, что все, что я себе в голове представляю, это не мои фантазии. Научили меня мои фантазии отделять от реальности. Научили правильно воспринимать эту реальность. Дали возможность проецироваться в энергетическом плане. Помогли простроить контакт восприятия с нашими создателями. Ну, такие вот. Они вроде как мелочи, но в совокупности они дают очень большую осознанность. Осознанность того, кто ты, что ты, для чего ты здесь, как ты можешь давать обратную связь, и кто для тебя является даже тот человек, который находится по другую сторону экрана. То есть, тот, кто ты для меня. Ты для меня такой же воплощенный дух, который... тоже ищет, который тоже в поиске, у которого тоже есть свои задачи. И у меня есть искреннее желание даже просто помогать тебе, как воплощенному духу, даже получать ту информацию, которую я уже знаю. Я получив эту информацию, мало того, что я ответил на многие свои жизненные вопросы, я еще и свою жизнь настроил так, чтобы она отвечала всем требованиям счастья, радости, любви, наслаждения жизнью и получения от нее удовольствия. Даже понимая, что у меня кончилось время. То есть времени вообще нету. Ну, Максим, знаешь, вот ты мне сейчас говоришь про осознанность, я понимаю, что да, как раз нет этой осознанности, когда ты с чем-то с таким сталкиваешься, у тебя много вопросов и нет ответов. И когда я с этим начала сталкиваться, мне стали говорить, вот мы же обращаемся, мы же ищем, ко всяким бабкам и экстрасенсам, да, и ходим. Да.
ясновидящим, мне стали говорить, что в тебе живет сущность, вот у тебя по роду какие-то колдуны были, какие-то ведьмы были. То есть идет упор на это. А у меня реально, у меня по отцу какие-то там цыгане или непонятно кто, ну, какие-то не руси есть. Mm-hmm. И ты начинаешь в это верить. И когда тебе 5 человек говорят, слушай, ну в тебе какая-то сущность по-любому есть, а они эту сущность могут считать, она может и не во мне, а рядом быть, как вы говорите. Да, да? Они так энергии чипа даже могут видеть. Вот в тебе они... сущность, и все, хоть ты тресни. А я не пью и не курю. Значит, смотри, они даже энергию чипа могут в тебе так видеть. Они выходят на энергию чипа, начинают его сканировать, и приходит образ твоего ташиганца с большими глазами серого. Для них это что? Слушай, подожди. Мне, знаешь, как описала одна девочка, она там регрессолог, она мне сказала, я вижу, что это сущность. Она была сначала маленькая, потом она стала большая, у нее большие глаза, и она похожа на кошку. А вторая сказала, что это какой-то, знаешь, подожди, оборотень, как волк. У него большие глаза, и он как волк, он с тебя ростом вот такой. Господи, я побежала в церковь. Я говорю, во мне, говорю, видимо, какие-то бесы. Он меня там покрестил, отправил домой. В общем, в итоге. Вот и все, понимаешь? Теперь ты понимаешь, все зависит от осознанности того, кто тебя смотрит. Ну это, вот да. Вот сейчас Ирина сейчас вот уже пришла, сейчас она придет в себя, она уже здесь, она уже вернулась от тебя, она там у тебя, кстати, была. Они там втроем у тебя были на самом деле. Ну, отлично. Отлично. Слушай, это вообще я рядом с Эрвином. Это цивилизация Бетельгейзе, но уже... Иди, садись, рассказывай. Чё, какая цивилизация? Пускай ты записываешь вообще где-нибудь? Или ты будешь даже просто запись смотреть потом? Ну, наверное, запись посмотрю, потому что время много. Значит, послушай, обязательно потом все себе повыписывай. Кто, чего, куда, как, откуда, зачем, почему, потому что тебе это пригодится. Ну да, конечно. Давай, рассказывай, колись давай. Действительно, у тебя плазмоиды, у тебя к ним привязка, и она расположена как-то странно, прям между первой и второй чакрами. Она у нее практически из копчика выходит. Угу. И чуть вверх направляется, и такая прям энергия. Вот по ней, которая идет обычно же не белые привязки по глазу, а у этой прям светло-серого цвета. Ну, я только хотел сказать светло-серого цвета. Вот да. Ты что, был с вами там? Я почти сейчас расскажешь, я чувствую, давай. И прям такой, как он идет вот так, потом вот так вверх вдоль всего позвоночника проходит, практически параллельно. И вот тут поворачивает и вверх. Понятно. А что это за цивилизация? Это Бетельгейзе, и, между прочим, там у них много цивилизаций, вот, которые Эрвина 37 уровня плотности, а это вообще 4 уровень плотности. Какой? 4, прям сразу за нашим, который. Это на Бетельгейзе 4 уровень плотности, а такое может быть? Да, возле звезды тоже такое бывает. Бывает, ну, реже, да? Чем на планетах, но бывает. Потому что это вообще красный сверхгигант, он дает очень много энергии. И в том числе для 4 уровня плотности как бы хватает. Да, я понял, слушай, так это получается, как наши земные плазмоиды, духи природы, так там так и так. Так там даже земные духи природы, они даже есть, ну, другой плотности. Повыше. А это 4 уровень плотности. Пожалуйста, наш. Что это значит? Это могут испечать и греметь, и у тебя цивилизация, которая к тебе есть привязка, она 4 уровня плотности. У нас всего там 59 уровней. С 1 по 3, вот мы 3 уровня. А это прям сразу после за нами идет 4 уровень. Они, в принципе, даже могут предметы двигать, стучать в окна. Ну, то есть, может быть такое, кстати. Ну, вообще, капец, понятно. А как они выглядят вообще? Это кто? Ну, просто как сгустки энергии. Мы сходили, естественно, на Бетельгейзе, и мало того, мы сходили на этот люк уже. А, на второй, который ташиганский колонии, да? Да, мы сходили, и самое интересное, что, ладно, скажу, что контакты оттуда, но там было, как сказали там на этом люке, Шенни там его, он там назвался Шенни, он сказал, что с вами было там всего 3 физических контакта. Вот. И последний из них он был, ну, может, вот в 2019, ну, то есть это осенью был.
выходит. Есть, ничего вот... себе, я даже не знаю об этом. Да, 2019 он сказал, может, ноябрь назвал. Угу. И он сказал, что вот это Шенни, он сказал, что чипов новых не ставили, действовали через чип Ташиганский. Угу. Вот этот Махай тоже был с нами. И самое интересное, что на Люке именно и живут сейчас. Хорошо, я все помню, решил. Значит, что на Люке и живут гибриды, которые, спасибо. Короче, Шенни, он вышел на контакт специально. Он является воспитателем группы детей, которые, ну, гибриды являются земными женщинами. Ну, просто я говорю сейчас по-земному, вот такой вот у них, как бы куратор. Он воспитатель-куратор на своей планете гибридов, которые были сделаны с людьми. Да, я поняла. В том числе, значит, он сказал, что из вашего генетического материала, вообще у вас брали генетический материал 27 раз. Отлично. Да, из них только использовано в 7 гуманоидов. Ну, он сказал. И что 7, ну, самому старшему из них, там, ну, если смотреть по земному времени, у вас были там первые эксперименты взяты там 2004-2005 примерно год. Угу. Значит, там, ну, самому старшему из них выходит лет 15. Нашими земными. Да. Но это у них считается не жестко. Подожди, у нее 7, получается. Да, 3... там живут Андрюки. 7 вот этих гибридов живет у них. Да. Я вообще-то. Ты знаешь, что я каждый днем все больше и больше удивляюсь. Мы вообще, в принципе, с таким не сталкивались. Да, меня сейчас тошнит, ага. Чего стошнит-то? Сама давала согласие, тебе тошнит. Блин, ну я ничего не помню. Она еще память хочет. Я ничего не помню, понимаешь? А ты знаешь, ты сейчас все вспомнишь? И тебе детей твоих показывали гибридов. Максим, подожди, я помню, мне как-то приснился сон, какой-то мальчик подошел, меня обнял крепко-крепко, говорит, мама, говорит, я так тебя сильно люблю. Я просыпаюсь и думаю, какой нафиг, у меня нету сына никакого. Ну, то есть, может, это что-то такое было, а кто-то ко мне хотел прийти, показали с мамой. На астрале могут спокойно приходить, и у них есть такое право, им такое право дают. Ну, скорее всего, да, приходи. Астрал, да, был. Может быть сон. Ну, то есть, неосознанный астрал – это сон. Да. Но тебе можно в астрале, кстати, если ты научишься ходить в астрал, тебе эти контакты можно будет проходить и посмотреть на всех своих... Блин, у меня даже язык не поворачивает сказать детей. Что-то я прямо ажиотаж. Понятно. Ну, еще, значит, еще как бы 20 или уже сейчас 19 осталось генетического материала, который ждет только дальнейших экспериментов. Но они там сохраняются, в банке, да. Короче, героиня. Максим, у меня одна дочка. Да, и материнский капитал, кстати. Угу, да. Так что я тебе скажу так, что ты мало того, что ты не одна, мало того, что... Сейчас. В общем, я тебя поздравляю. А вот все равно глаза-то шиганские. Глаза-то шиганские, да? Только они уже не вот так расположены, а больше вот так. Более раскосые, как человеческие. Да, вот так вот. Ну, вот старшему из них там где-то 15-16, но это у них все равно, это не взрослый человек. А остальные там еще, ну, еще меньше. А где она находится? Это очень далеко от нас. Это созвездие Девы. Да, тоже три. Ну, тоже около 400 световых лет, как и Таши. Только Таши в созвездии Северной Короны. 400 световых лет, недалеко. Понятно. Ирин, а Сириуса там никого не было? Это все иллюзия, что они делают? А, кстати, вот эти, по поводу четвертого уровня, у нее же... Это Бетельгейз. Бетельгейз, а что они вообще с ней делают рядом? Они ее, так как она там не... А там не только дело в страхе там, перед инопланетянами, там не только дело... У нее неприязнь... У нее раздражение на близких на каких. У нее идет гнев. Угу. Рвание. Вот это, импульсивность. Да, есть такое, есть. И это привлекло к ней
сходных по вибрации плазмоидов, а так как плазмоиды сразу поняли, что она контактер гуманоидов, они сразу поняли. А, и они в образе гуманоидов приходят и страху ей нагоняют еще больше, да? Потому что она была и так, это самое, да, Лишони, он сказал, что привязка вообще существует не больше, лет 5, вот сама привязка. Может, они появились и раньше, но привязались они лет 5 назад. Ну, то есть простроились уже. Подожди, Ир, 5 лет назад я попала в аварию, и я прям потеряла сознание в больнице. Вот как стояла столбиком, так и упала. А сколько я была без сознания, непонятно. Может быть, да. Этот момент. Тут момент другой. Тут момент то, что в конечном итоге твои негативные мысли, образы все-таки привели к тому, чтобы в тебе простроиться. Ну, портальчик сделать рядом, еще что-то. Тебе надо просто поменять твое мировосприятие. Тебе нужно принять и простить всех, кто рядом находится. Вообще всех. Я знаю, что это очень сложно, потому что я с этим работал очень долго. Сам лично. Да, хорошо. Лишони говорит, то, что она рассказывала про насилие физическими людьми, это же вот любая встреча на физическом уровне даже, не говоря уже про тонкие, она происходит не просто так. И те люди, которые встретились агрессивные, к вам мужчины, которые вам отвечали, они были пока, они не просто так вам встретились, именно эти люди, именно в этом месте. Вы могли там не оказаться. Он же так говорит. А что это значит? Это значит, что ты их притянула к себе своими внутренними состояниями, эмоциями, вибрациями и всем остальным. Это значит, что у тебя был конфликт, не то что конфликт, агрессия, направленная на, это 90% вероятность, что именно на мужчин, но, возможно, на мальчиков. Она была направлена вовне, в мир, еще с детства. Такое было, только в подавленном виде. А вот эта ситуация, она проявила то, что есть. И это как бы урок для тебя того, чтобы ты задумался, почему именно я, почему выбрали именно меня. То есть, что это во мне? Что, почему мои наставники не отвели меня, почему они допустили такое со мной сделать, а они допустили, такой вопрос должна была задать. А они это допустили для того, духовное. А они это допустили для того, чтобы ты поняла, что то, что ты производишь мысленно и словами, то может отразиться в действиях от мира. Это про те энергетические мысли, образы и миры, которые существуют всегда рядом с тобой, которые ты сама насыщаешь. Да. Своими поступками, мыслями, действиями, страхами, обидами, ненавистью, злостью. Либо наоборот, любовью, счастью, радостью. То есть... почитай религиозную литературу, там четко все отражено, вообще, везде. Синельникова почитай, называется «Возлюби болезнь свою», там книга у него есть хорошая. Возьми Лазарева почитай, он вообще контактер с тонкоматериальным миром, там, и с духовным. Синельников вообще с Гихором. А Синельников с Гихором контактер. То есть цивилизация, у него гуманоидная цивилизация. Почитай, они все там четко отражают. Что такое мысли, что такое образы, какие образы мысли к чему приводят в жизни. Это хорошо отражает, особенно очень Лазарев, очень хорошо отражает. Алишу не может заряжать в астрале, Да. Рама Чараку почитай, там 4-5 книг у него тоже замечательные. Возьми, начни просвещаться в плане восприятия реальности и как... твои энергетические моменты отражаются на этой реальности. Как только ты все это осознаешь и поймешь, как только ты научишься воспринимать реальность по-другому, ее по-другому проецировать, у тебя пойдут изменения в твоей жизни. Вплоть до изменения возможности избавления от некоторых болезней. Да. От всех болезней. Я извиняюсь за французский, но просто есть некоторые болезни, которые настолько глубоко в подсознании, что нужно к психологу пару раз сходить еще. Ну, дело в том, что надо еще с высшим я поговорить. Что по поводу чипов, Ирин? Что у меня какие-то... Эти чипы, они уже давно поставлены для того, чтобы наблюдать, и чтобы в астрале ты могла с ними контактировать. В принципе, так, хорошо. Он говорит, Шенни... который приходил с этого люка, он является наставником этой группы из
вот этих вот, да, детей, в которых ходят и те, которые от вас. Угу. Ну, это я поняла. И он специально вышел как бы с вами на контакт, чтобы вас как бы познакомить или показать друг другу. И у вас mm-hmm. будет физический контакт с ним. Но если вы будете нормально относиться вообще к самому факту контакта, принять это не как насилие, а как возможность познать Вселенную, то Высший Я вам даст разрешение на разблокировку памяти, и они с удовольствием это сделают. Ну, то есть, чтобы разблокировать память, это мне нужно ждать до лета. Поработать сначала над тем, чтобы принять этот контакт как возможность познать Вселенную, а не как насилие. Прими сейчас все, что у тебя есть, и разберись, пожалуйста, со своим внутренним миром. Чем больше в тебе будет энергии, чем больше в тебе будет принятия, чем больше в тебе будет света и любви, тем проще будет разблокировать твою память. И без болезни. Понятно. Хорошо, Максим. А вот эти шары, они как-то влияют именно на суицидальные мысли? Вот плазмоиды. Плазмоиды тонкоматериальной цивилизации могут на это влиять. Но когда у тебя появляются все суицидальные мысли, четко представляй, что это не твои мысли, и посылай в них свет, который есть у тебя внутри со всей своей любовью. Как тот мальчик, который приходил во сне и обнимал: «Мама, я тебя очень сильно люблю». Да, попробуйте обнять этого плазмоида. Обнять плазмоида и полюбить его за то, что он у вас есть рядом, не боясь его ни капельки. У него другого варианта, кроме как свалить, не будет. Ну, да, или подняться до вибрации любви. Не проявляйте страх, проявляйте любовь, уверенность в себе. Не боитесь ничего. Кроме вас, вам никто ничего хуже сделать не сможет в этой жизни. Угу. Понятно. А вот эти все падшие ангелы и все остальное, это все плазмоиды получается, да? Это все видение тех людей, которые хотят так это видеть и имеют такое осознанное представление о том, чем это может являться. Угу. Понятно. А плазмоиды эти, они могут являться в виде там Велеса, Лады, вот такие духи природы, да, они могут эти? Да, да? Да, именно как раз ваши точно могут. Эти могут. Потому что я так именно и видела их. Обнимай, целуй, свет посылай, говоришь: я вас так люблю за то, что вы у меня есть, вы молодцы, вы мне столько даете всего хорошего. Я тебе так условно говорю проекцию. Не бойся никого. Самая сильная бяка в твоей жизни – это ты. И в то же время самое божественное существо, которое никто тронуть без твоего согласия не может, это тоже ты. Да. Ирин, так а что делать с этими, которые меня с детства ведут? С ними как? Расторгать контракты или что делать? Они какой-то вред несут? Никакого они вреда не несут. Это плазмоиды под их... Никакого вреда твои актеры тебе не несут. Это плазмоидные тонкоматериальные цивилизации подбирают их вид, и под их видом тебя пугают, и думают, и начинают тебе простраивать, что они тебе несут вред, что ты боялась их. Да. Им так проще энергию брать, говорит. Есть у нас в группе бурхатский настрой и эслеровский настрой. Ага. С утра встала, свечку зажгла, на пламя свечи смотришь, и через пламя свечи читаешь этот настрой, прям простраиваешь себя. Я есть Вселенная, Вселенная есть я. И не просто читаешь, а чувствуешь внутри, сердцем, то, что ты читаешь. Понятно, ясно. Ну, я поняла вас. Спасибо вам большое. Все, давай, обняли. Спокойной ночи тебе. Хороших снов. Спокойной ночи. Простите за поздний звонок, за позднюю связь, что вы не спите из-за меня. Если спасибо, есть человек, которому нужна помощь, есть мы, которые готовы помогать. Все, давай, до встречи. Ну все, давайте, пока.